Всем привет, мы на третьем дне Хеллфеста, нас все так же кроет жара, и мы все так же продолжаем шариться по пресс-центру этого металлического фестиваля-гиганта. Кстати, одним из нововведений пресс-центра является скейтерская рампа, которая поставлена прямо за нашими спинами. Можно, конечно, подумать, какого хрена металлисты, скейтеры, но здесь вообще и со скейт-музыкой все в порядке. И, в принципе, культура модного металла всячески пропагандируется. Slayer вот тоже играли скейтерский альбом из своей дискографии, согласись, Толь. Да, вчера еще играла одна из апогеев скейт-панка, просто мастодонты скейт-панка, группа Deep Purple. И поэтому... Они играли весь альбом Ride the Lightning. I like the old guys, man. Yeah, yeah. I like Status Quo and Deep Purple, you know? Nice. The new bands, it's weird. I hate saying it, but I don't respect anybody that's got a record deal after Wasp did. Wow. It's weird, you know? It's, yeah. It's, I don't know why. I don't know why. I don't know why. On the way home, going to the train station last night, we get in the van to go to the train station. Some kid sat next to me, and he had red, white, and blue pants on, but he wasn't American, and he said that Deep Purple sucked. I almost beat his fucking ass. I almost beat his ass, man. I said, what the fuck do you know? Look what pants you got on, dude. What do you... You don't say that to people like me, you know? Чувак в штанах цвета американского флага, возможно, и был неправ, но, по крайней мере, он был в штанах. В отличие от некоторых обитателей Хеллфеста, которые были одеты, прямо скажем, черти во что. Зато всегда можно было посмотреть на сцене на настоящих икон стиля, которые и одеты с иголочки, и двигаются безупречно. Thank you.
разгадали секрет, почему группа Metallica не выступает на Hellfest в этом году. Потому что, как известно, Джеймсу Хэтфилду по контракту запрещено кататься на чем? На скейтборде. А как можно устоять перед такой прекрасной рампой? This is James May from Black Tusk, and you're watching Drug Mentality. How do you manage to still keep it on going like in such a heat? Whiskey. Nah, man, I mean the crowd's energy, they give it to you, you give it right back to them, you know, like when there's such a good crowd like that, it's really easy to play to them and really like easy to have a bunch of energy. На концерте Black Tusk мы увидели абсолютно необъяснимое. Группа угарнейше раскачивала зал, и мне кажется, что однажды басиста коллектива похитили инопланетяне. И увидев, насколько это угарный чувак, они решили продублировать его на всякий случай. Поэтому зацените, его техник выглядит точно так же, как он сам. Их просто двое вместо одного. Угарнейший, мощнейший коллектив. As far as we're concerned in the US, you know, the real metal scenes came from over here, so you just see more committed metalheads, you know, it's like, or you see somebody's mom that's 60 years old or something that's rocking a Black Sabbath t-shirt or, you know, like, and you don't really see that too much in the US. You're